Все, что происходило в этот вечер, было великолепным событием. Вновь и вновь зрители аплодировали мастерству талантливых мальчишек и девчонок. Огромный заряд положительных эмоций подарили их выступления. Звучали со сцены и благодарности руководителям, мастерам танцевального и вокального дела: Эльвире Арсеновой, Татьяне Максимовой, Виталию Михайлову, Анне Скорой, Олесе Ливанковой, Алле Коробейниковой и Александру Хазикову. Май такая тяжелая вот. Минутку наступает, когда мы прощаемся. 10 лет, тут даже больше, наверное, ходили к нам в кружки. И у вас были великолепные преподаватели, которые заботились о вас, няньки. Ну а в целом хочу пожелать удачи, удачи на выпускных экзаменах и удачи в жизни. Памятные подарки и свидетельства об окончании обучения были вручены 23 выпускникам, участникам коллективов «Жаворонок», «Кураж», «Шанс». Самыми богатыми на выпускников оказались «Веселинка» и «Радуга». Хочется очень поблагодарить первичную профсоюзную организацию и атомную электростанцию за то, что всегда поддерживали и помогали нам. Хочется пожелать крепкого здоровья, дальнейшего процветания и чтобы вас радовали наши малыши каждого коллектива. Уходя, артисты оставляют здесь частицу себя, а с собой забирают веру в собственные силы, желание активно жить и узнавать много нового.